Друзья мои, всем привет. У нас сегодня добрый вечер. Мы сейчас ночью снимаем. Вам всем доброго времени суток. С вами Димас. А сегодня мы для вас решили приготовить облачный хлеб, так называемый. Повторить рецепт повторенного рецепта. Этот сейчас хлеб, так называемый, очень в тренде. Везде его снимают, на YouTube, TikTok, там во всех соцсетях. Все очень его пытаются приготовить, там что-то делают, какие-то, блядь, там фу-фу штуки. Не знаю, я смотрел несколько видео, ну, интересно, как бы, не больше. Надумали с оператором что-то повторить. По моему взгляду, это обычное безе, что получится, увидим в дальнейшем. Рецепт довольно-таки простой. Для этого нам понадобится крахмал, примерно 10 грамм, сахар, песок, 30 грамм. И 3 яичка. Но из яиц нам понадобится только белок. И конвектомат, наша печь. Мы ее заранее разогрели до 150 градусов. И, естественно, у нас поднос для выпечки и пергамент, бумага. На чем будем это все выпекать? Для начала мы что делаем? Отделяем желток от белка. Такой процесс интересный. Ну и простой. Нам нужен только белок, ни капельку желтка, так что сильно, ну, не старайтесь отделить там до каких-то моментов. Просто какое количество нам белка выльется, остальное мы просто оставим, потом выпьем, чтобы нам хорошо пилось. Себя не мучаем сильно, сколько выпало, столько выпало, все. Мы отделили. И, естественно, мы по чуть-чуть начинаем добавлять наш сахар. Вот в процессе нашего взбивания белка, как обычное безе, по 10 грамм на 3 раза разобьем. И добавляем где-то секунд через 30. Вот, ну, вы видите, как и в видео, там молодой человек или кто-то еще пробует. Идеальная у нас консистенция, не расползается, не жидкая, никакая. Ну, как бы все нормально. Это идеальное безе. Мы добавляем постепенно, ну, весь крахмал аккуратно, просто чтобы нам хватило для погрузки нашей ноги, так называемой, если она есть у блендера. Если она у блендера, нога. Вопрос дня. Вот, добавили наши 10 грамм крахмала. И опять же, аккуратно, аккуратно все начинаем взбивать. И весь в крахмале, в кукурузном. Мы открываем, видите, процесс не получается. Что мы делаем? Мы аккуратно все туда, внутрь, вмешиваем, потому что у нас нет ноги. Как бы минус этого блендера — нет ноги, но это не страшно. Есть руки, оп, вставили, отлично, поехали. Сильно долго мешать нельзя, надо, потому что можем перебить белки. Так что мешаем еще буквально 30 секундочек. Если белки перебьете, у вас там ваши все старания, ничего не получится. Ну вот, все, прошло время. Наша 30 секундочек. Я вот смотрю и понимаю, что у нас все идеально. Ничего не перебилось. Может быть, крахмал не промешался. Но вот сейчас, когда мы будем потом добавлять краситель ко второй части, он и промешается. Ну вот мы делаем сегодня, сделаем двойной слой нашего хлеба. Посмотрим, что из этого выйдет. У нас краситель есть такой желтенький. Ну, реально выбрали самый лучший, остальное просто отрава. Так что сформируем нашу нижнюю часть нашего хлеба. Нет у нас специальных инструментов для этого, кондитерских. Такой у нас хлебушек принимает вид какой-то непонятный. Ну, масса не расползается, это самое главное. Остальное мы добавляем. Наш краситель желтенький у нас сегодня.
буквально на кончике ножа, чтобы не переборщить. Сейчас. И дальше начинаем как бы сбивать, мешать, точнее. Ну, не слишком у нас мешается, потому что блендер такой себе. Лучше ложкой помешать. Интереснее будет. Ну вот желтенький цвет такой небольшой появляется, оттенок у него. Много не стали добавлять. И сверху выкладываем остальную нашу часть. Ну вот что-то у нас такое подобное. Кулича. Зонтик. Ну что-то зонтик есть тоже, да. Форму придали. Вот такая шляпа получается небольшая. Кокулька. Наша кокулька хлеб облачный такой. Ставим нашу разогретую духовку. И все это готовится примерно будет в районе получаса. На таком медленном, при такой медленной температуре. Так что вот открываем и ставим наш пирожок. Света там нету, потому что печь дешевая. Хотя и не русская, но все-таки дешевая. Все закрываем. И ждем результата, что у нас получится. Облачный хлеб. Ху-ху-ху! Ну вот, друзья мои, у нас прошло по времени 30 минут. Сейчас запищит будильник. Поставили на всякий случай. И смотрим, что у нас получается. Мы убавляем температуру. Включаем наш конвектомат, так называемый. И открываем. И вот получается наш такой чудесный хлебушек. То, что получается. Сейчас будем пробовать разрезать. В принципе, эротично смотрится, красиво. Мы вот испекли наш облачный хлеб, так называемый. Получилась смешная штука, на самом деле. И не совсем получилось, потому что надо, видимо, было чем-то смазать, там пергамент. У нас хлебушек прилип немножко, к сожалению. Ну, как бы не страшно. Самое главное то, что он получился. Хлеб, что мы добивались, наше безе, там флан, как его еще назвать. У нас все получилось. Вот, и будем пробовать. Вот, видите результат наших творений. У нас вот там бумага внизу, мы так оторвали, потому что он не отходил. Ну, как бы наш косяк. Sorry. Такие вот у нас руки. Чуть-чуть забыли смазать, как бы. Не стали ничего переделывать, потому что, ну, результат есть, хлеб есть. Мы получили. Так что будем пробовать. То, что у нас получилось. Можем ножом разрезать, но будем рвать и смотреть. Интересный цвет, смотрите, как он раскрывается. Такая персиковая булочка. Интересно. Яичный запах, да, оператор? Присутствует. Отлично присутствует. Нежный. Ну, как реально безе. Ну, прочее, просто вот... Воздушная такая штука. Ну, как у меня ассоциация с безе. Есть слюноотделение, значит, видим какой-то вкус. Либо я голодный. Не знаю, оператор. Вроде ничего не течет. Мало сахара добавили. Ну, в принципе, вкусно. Вкусно, цвет приятный. Хотя мы, как видели, мешали с вами с ложкой, с красителем. Текстура такая интересная. Ну, безе, это вот реально безе покупное. Вот как если продается в Москве или в любом другом городе большом. Ну, а вкус... Ну, если говорить облачный хлеб, то да, можно сказать так. Но ничего настоящего с хлебом сравнения нет. Но, ну, интересно. Название прикольное. Ну, по вкусу тоже ничего. Единственный косяк у нас, да, у нас вот пленка. Пергамент, точнее, прилипла. Видимо, надо как-то смазать это или как-то еще специально использовать. Вот, но результат интересный. Цвет интересный. С красителем можете играть, что-то придумывать. Штука прикольная. Если делать десерт какой-нибудь. Ну, это великолепно будет. Ну, реально воздушный. Очень вкусный.
Единственный минус, как для меня, это вот сильный запах, яичный запах присутствует. Его надо чем-то убирать, наверное, каким-то запахом ванилина или еще чем-то. А так очень нежный, приятный. Так что, ребята, готовьте, пробуйте. Блюдо вообще простецкое. С вами был Димас, оператор Антон. Всем приятного аппетита, облачного настроения. Увидимся. Пока-пока.